В Мордовском университете нет ни одного студента, который не знал бы о существовании конкурса «Сокол Ясный». Традиционно каждый год юноши со всех факультетов и институтов собираются вместе и борются за звание мистера университета. У нас в университете проходят два конкурса. Это «Сокол Ясный», это мистер университета, который проводит наш студенческий совет, и «Сударушка», это мисс университета, который проводит Дворец культуры и искусств. Для нас это два таких значимых исторических конкурса, которые из поколения в поколение студентов проходят, передаются. И это почет поучаствовать в таком конкурсе, стать соколом. Целью этого конкурса является показать, наверное, мужество, силу воли, патриотизм, потому как сам конкурс «Мистер университета» приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. Мы хотим найти того самого, который покажет все свои таланты, как спортивные, так интеллектуальные, так и творческие. 18 талантливых студентов, но соколам суждено стать только одному. На протяжении месяца конкурсанты выкладывались на максимум. Сначала на спортивном этапе, потом на интеллектуальном. Но большая часть сил была вложена в подготовку к самому яркому моменту, финальной точке конкурса, творческому этапу. В его основе несколько испытаний – визитки конкурсантов, танцевальное дефиле, творческий номер и конкурс-импровизация. Как признались юноши, подготовка к такому масштабному событию далась им нелегко. Но этот этап их жизни точно останется в памяти навсегда. Очень был какой-то напряженный график, у некоторых болели коленки, у кого-то вылетали. Ну, в общем и целом, все стремились к одной цели, все хотели победить, и каждый заслуживает сегодняшнюю победу. Очень веселые попались ребята, в прошлом году, говорят, такого не было. Мы прям взялись друг за друга и, как говорят, говорится, по-мужски обнялись. Когда у нас начались подготовки к творческим показам, мы, получается, всей командой из «Скала», все 17 человек, мы стали уже практически семьей. Я думаю, это самое главное, чему можно научить такие мероприятия. И видеть соперников братьев. После множества отсмотренных номеров и тщательного подсчета баллов жюри вынесло свое решение. Ясным соколом 2023 года стал участник под номером 13, студент экономического института Павел Ткачик. Анастасия Кулагина, Станислав Семин, «Народные новости».